Алла Лысикова из Чеоскина проживает в однокомнатной квартире в аварийном доме. Женщина пожаловалась на стесненные жилищные условия, ведь живет с тремя детьми и мамой. Поэтому обратилась к Алле Бачко с просьбой о переселении. Я возьму от вас письменное обращение, что не на личный прием, а прошу рассмотреть возможность, вот так, Гина, возьмете? Прошу рассмотреть возможность или какое-то самое выделение в поселке Чеоскина жилья, в дополнение так, там, по маневренному фонду, так как вы стоите вот сегодня в списках очередности. Будем сейчас рассматривать вашу ситуацию. Жилищное строительство – приоритетное направление работы команды «Югры». Вопрос расселения волнует и жителей Сингапая. Алла Бачко отметила, что в поселке в этом году планируется ввести в эксплуатацию многоквартирный дом на улице Центральная. По Сингапаю два дома, у вас стоит четырехэтажных. 2,5 дома, они выкуплены, еще стоят. Я всегда говорю, до 1 июля надо ввести в эксплуатацию, чтобы обеспечить финансирование выкупа. Если поздно вводят в сентябре, в декабре, то тоже финансовый год уже наступил, уже деньги распланированы. Задать свои вопросы жители Чеоскина и Сингапая также могли специалистам районной администрации, которые провели приемы граждан на консультационных площадках. И жилищный вопрос самый актуальный. Отмечу, что в этом году будут введены в эксплуатацию 2 дома – в Пойковском и 1 в Кутьяке. Всего же в районе на данный момент предоставлено 13 земельных участков для строительства многоквартирников. Рузана Гладкова, Владислав Береговой, 7 канал.